Этим мальчишкам и девчонкам всего по 11 лет, а они уже знают многие хитрости туристической жизни. Кто-то освоил их вместе с родителями давно, а кто-то лишь в этом году, когда впервые принял участие в соревнованиях. Говорят, готовиться было непросто. К этим соревнованиям мы готовились уже как 2 недели. Как нас предупредили, мы сразу поняли, что не нужно терять сил, и начали тренироваться, чтобы выиграть и получить этот кубок. Стоит отметить, что финалисты состязания отнеслись к ним весьма ответственно и старались избегать любых штрафов от судей. За каждый штраф, не знаю сколько времени, но штраф это очень так неприятно для команды, и мы стараемся сделать так, чтобы было все без штрафа. Состязания «Туристические старты» среди пятиклассников Нефтекамска в этом году проводятся впервые. Изначально в них приняли участие все школьники в возрасте 11-12 лет. На протяжении полугода они выясняли, кто же из них лучший. В результате до финала добрались 6 самых шустрых и хитрых команд. Говорят, что без этих навыков в туристическом деле не обойтись. Здесь и то, и другое должно быть, и хитрым, и шустрым. Хитрость – это признак ума, а шустрость – это уже физическое качество, которое вырабатывается годами. Организаторами состязаний стали специалисты детского центра «Винет» и спорткомитета города. Вместе они продумали все этапы соревнований. Говорят, выбрали те, что помогут развитию участников навыки, полезные в жизни. Здесь именно такие конкурсы, которые необходимы людям в жизни. То есть езда велосипеда – это как бы тоже неотъемлемая часть. Помощь пострадавшему в случае какой-то непредвиденной ситуации тоже необходима. Ну и другие конкурсы подобного рода, что позволят в жизни, оказавшись в какой-то неловкой ситуации, выйти оттуда победителем. После 6 различных испытаний были определены лучшие из лучших. Так, 3-е место заняли ребята из школы номер 12. 2-е место досталось воспитанникам 10-й школы, а 1-е – юным туристам из школы номер 11. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».